Инвестиционные уполномоченные будут участвовать в привлечении инвестиций в экономику региона, сопровождать проекты, информировать инвесторов о форматах государственной поддержки, анализировать инвест-деятельность на территории своего муниципалитета. Отчет они должны будут предоставлять в Краевой департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства до 10 числа каждого месяца. Муниципалитеты определят инвестиционных омбудсменов в течение 14 дней со дня вступления распоряжения в силу. Эту информацию города и районы края предоставят в региональный департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.